О чем думает человек больше всего? О расходах. Куда распределить? Молодец. И он чем занимается? Сидит 2 грамма туда, 3 грамма сюда. Уловил? А теперь нам нужна система, которая освобождает наш мозг, чтобы наш мозг не думал вообще о расходах. Чтобы это стало просто стандартной моделью, финансовой моделью, стандартной. И она сама откидывает все. Тогда ваш мозг освобождается, вы начинаете больше думать о реализации вашей идеи. И единственное, чем надо заниматься, совершенствовать свою систему. Кто понял? Теперь дальше пойдемте. Внимание обратите. 10% для будущего, 10% для развлечений. Что происходит, когда у вас появится система? Это как дорожные правила. Вы ведете машину, вас что ведет? Правила ведет. Вы же не изобретаете правила, правда? Вы же не передумаете правила. Вы же не злитесь, когда красный светофор. Вы же не будете злиться, когда против движения. Соблюдая дорожные правила, вы останетесь живым, и шансов больше, и шансов легче, лучше жить-то. Но если дорожные правила не соблюдаете, риск больше станет. Так? Риск намного станет больше, чем другое. Поэтому, а теперь, вот эта система, которую я разработал, он похож на дорожное движение. Но только это управлять деньгами. Классно же. Теперь внимание. Сама система помогает человеку, сознание человека переобучать. Внимание. Переобучать сознание, подготавливать мышление к тому, чтобы ты начал думать как предприниматель, чтобы ты деньги стали твоим работником, а не ты работал на них. Сама система, до того, когда у тебя некий капитал появится, соблюдая эту систему каждый месяц, делая одно и то же каждый месяц, ты воспитываешь в себе привычки богатых людей. Постепенно у тебя привычки богатые люди растут. Ты начнешь привыкать, ты начнешь видеть, как семена растет, капитал растет, у тебя уверенность в себе растет, настроение растет, навыки в деньгах растет, навыки. Навыки сохранения, навыки управления. До того, когда у тебя появится нормальный капитал, ты станешь готовый. Как человек, ты сам готов. Иногда люди приходят мне и говорят, наставник говорит, я пока вот так накоплю, это так долгое время займет. Может быть, я где-то не буду лучше займусь и пару раз движение делаю и все как-то двигаюсь. Я говорю, нет. Мои жизненные годы показали интересные вещи. Я говорю от примера, то есть от практики. Знаете, с чем я столкнулся в жизни? Те ребята, которые постоянно думали, что могут оттуда хватать, отсюда хватать, оттуда хватать, и как-то быстрее двигаться. Я их встречаю через 10 лет, 12 лет, 15 лет. Поверьте моим словам, они находятся на том же уровне, который были. И до сих пор они движением занимаются. Молодость ушла, 10-15 лет ушло. Они думают, что как будто это самый короткий путь. Нет, ребята, вот что я понял. Самый короткий путь ты должен себя готовить. Начиная откладывая эту сумму, система соблюдая, контролируя финансовую модель, финансовый план, ты себя создаешь. Дело не в сумме денег, большой или маленький и так далее. Дело в том, что ты как профессионал растешь. И чем быстрее растут твои навыки, когда твои навыки растут, когда у тебя в руках попадает $1 000 000, да ты его быстро сделаешь 3 миллиона. Кто понял? Вот в чем секрет. Поэтому просто тупо это надо делать, независимо от того, какой у тебя доход. Потому что навык важнее, чем само размер капитала. Навык важнее. Ресурсы имеют свойство устаревать. Ресурсы имеют свойство инфляция съедать их. Ресурсы имеют свойство, что ты потеряешь их. Банкротишься иногда. А навык остается. Кто понял? На чего надо опираться? Навыки. Навыки, способности. Поэтому больше развивай свои навыки, больше развивай свои способности. Поэтому, когда ты по этой системе начинаешь жить, твои навыки оттачиваются. Вот где секрет находится. Самый главный секрет здесь.
Иногда у людей насколько сознание ограниченное мысли, что они что думают? Они думают, что это не важно, это мелочь. Знаете, некоторые бизнесмены приходят ко мне, я ему говорю, вот делай по такой финансовой модели тебе, иди делай. Ты 10 раз больше добьешься успеха, чем... Знаете, идет опять делать по-своему. Я не понимаю его. Я говорю, послушай, ты либо слишком умный, либо слишком дурак. Потому что до тебя тяжело достучат. Либо ты слишком умный. И некоторые не признают. Они вот так относятся. Ну, это же понятно, ясно. Главное, доход есть. Нет, дорогой мой, нет. У тебя, когда не появится системность, ты медленно растешь. Но стоит, чтобы ты системно делал, блин, ты просто гарантированно растешь. Гарантированно. Я же это вижу постоянно. Ты чемпионом станешь. Вот, дальше. Теперь внимание. Эта система не успевает. О, вот это интересно. Вот, хорошо ты сказал. Как ты думаешь, почему миллиарды лет, солнце поднимается с востока, идет на запад? А почему она не устаревает? Почему вода как и испарялся, поднимался на облака, стал облака, так и падает, как дождь, так и идет? Есть вещи, которые актуальны во все времена. Как ты думаешь, правила дорожного движения устаревают когда-нибудь? Она могут совершенствоваться, но не устареет. Никогда. А теперь, без денег можно жить сейчас? Нет. Современным в нашей жизни. Знаете, вы можете представить будущее своих детей, что они не умеют писать, читать? Есть вещи, которые они актуальны во все времена, но только они совершенствуются. Временами они будут совершенствоваться. Например, вы внедряете эту систему в своей жизни, а потом, конечно, корректировать придется годами. Например, мою систему, которую сегодня обучаю вас, она работает до дохода 10 тысяч долларов в месяц. После того, когда у вас будет доход на 10 тысяч долларов, пожалуйста, начните читать мои книги «Я и деньги 2», и там модель корректируется уже. Там будет другая процентовка, другая, подход другой. Уловили, да? Там выходы другие и так далее. То есть разные это по-другому. Там уже вы должны как бизнес управлять. Поэтому эта система, она работает и для смены бюджета, потом его можно адаптировать для компании. Но когда вы его адаптируете для компании, это вот такая вещь. У кого из вас бизнес? У кого есть бизнес? Бизнес есть? А вот скажите, пожалуйста, у вас происходит нехватка наличности? Бывает? Пожалуйста, используйте эту систему, она у вас исчезнет навсегда. Вы будете в шоке, как она работает. Я даю вам слово, от 3 до 6 месяцев нехватка вообще исчезнет. Эта система круто работает в бизнесе. Я же использовал, я же видел, как это работает. Дальше.